Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить Stalker Lost Alpha. Итак, в принципе, я тут машинку нашел, в которую можно сесть и... Поехать нельзя, вот. Так что... Но ее можно катить. Вот, она у нас едет, мы едем вдаль... Ой, стой. Машина — это драгоценная вещь, которая не должна просто так врезаться в дерево без водителя. Хотя это Россия, вот, здесь машины порой бывают сами едут без водителей. Но это ладно, все лирика. Нам куда? Куда нам надо топать? Нам нужно топать, похоже... О, ёлки-палки. А, на озеро Янтарь нам надо идти, да? Ну, давайте мы тогда встретимся около перехода на локацию озера Янтарь. В принципе, мы уже почти дошли до перехода на озеро Янтарь. Вот такие вот пироги. Фонарик надо выключить. Отлично. И тут где-то рядом есть тайник, по идее, что для нас очень важно и полезно. И я прислушался к вашему совету. Мне тут давали такой совет полезный. Использовать не вот такие патроны, а именно одиночные. То есть... Сейчас... То есть стрелять, по-моему, сейчас не цельно. Вот. Сейчас попробуем еще разок. Вот, отлично. Вот примерно вот так вот и будем мы с вами играть. Так, что мы сделаем? Мы установим с вами еще патрон. 30 патрон. И удалим, пожалуй, два таких патрона. Поставим два вот таких. Вот, отлично. Все, другое дело, как говорится, можно уже играть более-менее. Более-менее можно играть. И мне даже интересно, что у нас будет в тайнике. Кстати, если я не ошибаюсь, вот здесь, вот в обычных тенях Чернобыля, была самая натуральная бойня между натовцами и сталкерами. Или как-то так уж, точно не могу сказать. И еще ученые тут были, их нужно было спасать. А сейчас тут как-то тихо, подозрительно. А, нет, вон вроде... Кто-то вроде там есть. Ага. Бандюгана. Понятно. Отлично. Их надо как-нибудь либо заминусовать, либо еще чего. Так, тайник. Тут где-то есть тайник, это я точно знаю. Это артефакт? Блин, нет, я думал, это артефакт. А, вот это артефакт. Давайте мы его поднимем. Пригодится. Однозначно. Так, ты что предложишь? 20 рублей, богач. Опа, вон еще один гуляет. Палевный. Отлично. Супер. Отлично. Ты играл в зарядку, что ли? Не понимаю. Так, вон еще один остался. Все. Вот теперь готовы салаги. Перебил как щенков. Отлично, что режим стрельбы одиночный. Это не заказывал. О, 50 рублей. Богатый, однако. Богатый. Отлично вообще. Офигеть, что аптечка есть. Товарищ. Сказочно богат. Однако. Все, больше, походу, ничего здесь интересного такого-то и нет особо, да? Уходим в таком случае. Просто уходим. У нас тут не было. Все, такое вот решение элементарное. Во. Все, переходим на Янтарь. Наконец-то. И мне даже интересно, что сделали с этой локацией. Потому что я ее более-менее помню. Вроде бы там у нас лагерь ученых был. Посреди такого болота или как-то так. Вот. И рядом... Ну, как рядом. Где-то поблизости был выжигатель мозгов. Если я все правильно помню.
А я могу ошибаться. Но вот это что-то новое, конечно. Давайте мы тогда уберем оружие. А что выручать? Не знаю, кого выручать. У нас свои дела есть. Поэтому мы пойдем именно по своим делам. Обязательно. Только так. Нет, все новое. Все совершенно новое. Тут было гораздо по-другому в оригинале. А теперь... Изменили так изменили. На совесть, кстати. Радует. Очень радует. Я попробую тут войти, не знаю. Туда ли я пошел или не туда. Возможно, конечно, я пошел совсем не туда. Но ладно, это мелочи все. Все самые натуральные мелочи. Обалдеть вообще. Тут еще зомбари шляются туда-сюда. Ну их в пень. Ну, оба-ба-ба-ба. Ой, ладно, немножечко покоцались, но ничего страшного. Не критично, там, по-моему, артефакт. И собаки еще. Твою налево. Собаки, это нехорошо. Блин, опять-то капуста. Самый дурацкий артефакт, на самом деле. Вот, а вот этот артефакт просто шикарный. Давайте мы его установим сразу. А? Плюс 10 выносливости. Отлично. Отлично. Теперь можно вообще бегать сколько угодно, считай. Не понял. А, у меня перегруз идет по весу. Самый натуральный. Эх, что же делать? Ну, ничего особенного ты не поделаешь на самом деле. Придется, как говорится, играть то, что играется. Сразу три артефакта, три капусты. Ну ладно, их хотя бы можно продать, в принципе. Что уже замечательно. Много-много здесь артефактов, слушайте. Что как бы радует. Ага. Еще один артефакт на выносливость. Давайте мы за ним сходим, потому что все-таки такие вещи на дороге не валяются. Особенно учитывая то, что я уже заколебался просто этими энергетиками закупаться. Они ужасные. И еще один артефакт, к которому я не знаю, как попасть. Мы попробуем как-нибудь попасть к нему. Но чуть позже. Сейчас наша цель простая. Получить тут артефакт. Потому что чем больше у нас выносливости, тем лучше для нас же. Отлично. Ждем, пока немножко восстановится стамина. И... О, красота. И еще устанавливаем одну. Прекрасно вообще. Просто. Представляете себе, да, как мы теперь будем бегать без... Без лишнего веса. Просто замечательно будем бегать. Очень долго-долго. Но, походу, так, в принципе, больше ничего интересного здесь нету. Конечно же, я немножечко сюда пройду еще, да, чтобы удостовериться. А то ведь... А, нет, еще тут, может быть. Но, похоже, здесь у нас нету никакого артефакта ценного. А там? Там тоже тухляк полный, причем. Ничего интересного. Абсолютно. Бред. Бред одним словом. Один бред только. Все самое интересное мы уже собрали. Теперь тогда предлагаю сходить за тем артефактом, который... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот жесть. Вот это я, конечно, вляпался, так вляпался. Где мой болт? Так. Вот отлично, здесь можно пройти. Опасное место, на самом деле. Но прибыльное. Прибыльное, однако. И знаете что? Я предлагаю сейчас пойти в ту сторону. Потому что
потому что у нас остался еще один артефакт около вот этого деревца. И его нужно забрать. Так вот, каким макаром, я не знаю даже, не представляю себе. Здесь везде аномалии, по-моему. Причем еще и радиация убойная. Только от чего она идет, я не понимаю. Знаете, давайте я просто сохранюсь и попробую сюда зайти, узнать, что это за артефакт такой. А, ничего интересного. Ничего интересного. Окей. Окейшки. Все. Ну, теперь можно пользоваться энергетиками с чистой совестью и уже идти к Сахарову. Кстати, там еще по возможности нужно продать те артефакты, которые мы успели уже надыбать. И вот он. Вот он их штаб. Штаб ученых. Мы почти пришли, что радует. Радует. И главное сейчас продать все как можно быстрее, чтобы у нас был вес нормальный. А то что-то как-то не фонтан, скажу я вам. Как попасть в их лагерь? Здесь все огорожено колючей проволокой, блин. Возможно, с другой стороны есть только. Только так. Кстати, вот с тех артефактов, которые мы нашли, можно получить, ну, 1003, наверное, может быть, или 4 даже. И потратить на что-нибудь более перспективное. Там, да даже на те же самые патроны, в принципе. Так, там враг. This area is off limits. If you want to get in, you need to convince me first. Ага. Я типа понял тебя, но рядовой. У нас вопрос короткий. Мы даже полечимся. Отлично. Не люблю я военных. Ой, как не люблю. Они мерзкие твари. Вот, давай. Отдавай свои патроны драгоценные. Что он, сталкер, сделал нехорошего, непонятно. Еще ученых охраняют. Или что там? Или что там? Какая-то машина рабочая? Нет, она с кровавыми сиденьями. Нам не дадут на ней уехать далеко. Ну окей, теперь нам нужно зайти уже наконец-таки в этот скромный обитель ученых. И все, и замечательно. Конечно, может быть, я зря убил военных, и там какой-то квест был, но... Не будем изморачиваться по этому поводу. О, пришли. Здорово, мужик. Так, надо сохраниться. Игрушка вылетела при диалоге с Сахаровым, и я нашел фикс на эту проблему, поэтому мы продолжаем игру. Диалог на английском языке. Возможно, просто нужно было игру перевести на английский язык, но не знаю, не стал пробовать. Во-первых, поторгуем сначала. Так, девайс для экспериментов, наверное, с артефактами, возможно, не знаю даже. Что у тебя? Закупать больше ничего у тебя не буду, я тебе продам здоровье плюс 10, вот. Вот эту хрень за 5000, капусту тебе напродаю, которая мне совершенно без надобности. 7000 мы уже с вами приобрели, однако, и это замечательно, очень замечательно. Так, далее. В принципе, больше нечего тебе продавать такого. Все, сторговались, так сказать. Блин. Конечно, патроны можно было бы купить, да, но у нас их и так приличное количество. Думаю, пока что обойдемся. Вот этих можно купить. Вот. Вот так. Примерно такое количество. Все отлично. Отлично. Тут, короче, читаем, переводим, все такое прочее. Все прекрасно. Мы с вами получили задание. Задание получили. Пока фикс я убирать не буду. Я сделал копию
файла, который заменял, для того, чтобы не было каких-то других вылетов, потому что один фикс создает проблему в другой среде совершенно. Но я рад, что мы с вами справились. Замечательно вообще. Отлично. А я же думал, все, не найду, что делать. А тут оказалось, что повезло. Повезло. Это прям как сурово в текстуру упал. И окей, окей. Мы тогда уходим отсюда. Так легко об колючку так потерся. Типа, о, ничего такого нету, да? И, подождите, у нас все еще перегруз? Как так? А сколько весит? 0,20. Не знаю, не знаю. Давайте мы с вами, пожалуй, сожрем батон колбасы. Вот так. Пок. И вот так. Пок. И все отлично. И мы с вами уже не перегружены, и можно бежать куда нам интереснее всего. А интереснее всего нам бежать сейчас по заданию. Кстати, куда оно? Так, какого хрена я аптечку использовал? Ну ладно, ладно, не будем уже по таким мелочам париться особенно. Стоп. А, помочь стал. Go to Dead City. Find package, return the package. Понятно, то есть нам нужно идти в мертвый город, там найти какую-то посылку и отдать ее Сахарову опять. Окей. Окей, в таком случае в Dead City нам куда идти? В ту сторону. Что мы и сделаем, в принципе. Конечно, патрон у нас сейчас вообще немного, да? Давайте мы, знаете, как сделаем? Мы вот эти патроны уберем. И вот это тоже безобразие. И вот так вот понаставим. Вот уберем и пам. Нет, хотя нет, бронебойный пока мы использовать не будем. Вот так поставим. Все отлично. У нас 120 патронов, еще 30 в обойме. Так что мы более-менее в шоколаде. Теперь наша задача достаточно простая. Просто дойти до мертвого города. И знаете, я очень рад, что все-таки нашел решение проблемы диалога с Сахаровым, потому что вылетало сразу просто, моментально. Конечно же, было печально, очень грустно, потратил какое-то время. Ну, вы понимаете, да, что время, особенно для меня, это очень важная вещь, которую нужно ценить. И вот на сталкера, конечно, куча времени уходит, потому что здесь много ошибок, через которые просто приходится буквально в смысле слова прорываться. Вот. И да, я думаю, в сети вы мало найдете профессиональных прохождений этой игры, потому что не каждый далеко будет тратить свое время и нервы на решение вот этих всех багов и ошибок, которыми игра в буквальном смысле слова пестрит. То есть, например, вчера иду я себе по... Как там называется? По свалке, да. Вот, где там еще сталкеры базировались. И иду, а там вместо сталкеров бандиты. Ну и значит я их всех перебил, и потом из воздуха, вот, серьезно, в прямом смысле слова, появляются сталкеры. То есть, как по мгновению волшебной палочки, бац, и они уже тут. То есть, как бы и грустно, и смешно. Все, нам говорят то, что нужно искать посылку. И мы сейчас будем в мертвом городе. Мне даже интересно, что это за локация, она тоже новая. То есть сейчас нас разработчики пустили бродить по новым локациям абсолютно. Что круто. Достаточно круто. Так, и что это за тварь? Чернобыльская кошка, что ли, какая-то? И что она делает? Ай-яй-яй-яй-яй, да вы чё? Ну точно говорю, чернобыльская кошка. Жесть какая. Еще раз плющена вся. Ладно. Будем знать, что к этим тварям лучше близко не подходить. И будем знать то, что сохраняться теперь нужно буквально на каждом шагу, потому что с каждым разом игра преподносит все больше и больше ошибок и недоработок. Кстати, город мертвый и очень-очень аномальный. Ой-ой-ой, он достаточно большой, кстати, этот городок-то, я бы вам сказал. Твою налево. Блин, еще одну аптечку использовал. Давайте-ка мы поставим сейчас с вами элитный детектор аномалий. Правда, не знаю, по-моему, он мне ошибку выдавал, какие-то звуки странные сдавал периодически. Вот типа вот таких вот. Что совсем не круто. Но он позволяет нам понять, в каком месте находится аномалия. Так, это что такое?
А, это он нам показывает значок, то что туда уж не соваться. И здесь у нас много-много народу. Вопрос только кто? Друзья или враги? Мне кажется, больше, что враги. Да. Наемник. Отлично. Стой, сталкер, что тебе здесь надо? Я от Сахарова. Вот пропуск, который он мне дал. А ну дай сюда. Да, сходится. Не задерживайся. Тогда всего хорошего. Так, у тебя определенно нечего покупать. Подожди, подойди поближе. Я тебя раньше нигде не мог видеть? Я точно скажу, не помню. Может, у тебя дежавю? По секрету, я нескольких человек в толпе не слишком-то и различу. Точно. Проехали, не задерживайся. Проходи давай. Хорошо. Отлично. И куда нам теперь? И куда нам теперь? Зашибись! Готово! А второй? Ты не понял, а чё так быстро, Кольщик? А хули там всё четыре буквы? Не хотят со мной разговаривать наемники. Вообще. Так. Файнды покажешь. Пока. Твою налево. Когда я уже прекращу тебя... Блядь, тупое управление. Вообще, у меня просто нету слов. Насколько оно дебильное. Ой... Окей, окей. И куда нас сейчас ведет карта опять? Meet the informer. Окей. Информатор где-то здесь находится, да? Только, мне кажется, на другом этаже, возможно. Ну, попробуем, попробуем. Так, тут у нас кинотеатр был когда-то, да? Но получается, нам не сюда. Нужно как попасть на второй этаж. Возможно, нам сюда нужно идти, да? Точно. Точно, нам нужно идти сюда. И хорошо, что я не начал стрелять здесь, потому что как бы все равно активно, все активно. Ты, значит, на побегушках у ученых? Именно, я от этого не в восторге, но у меня на то свои причины. Теперь давай перейдем к делу. О, аптечка, кстати. Давайте купим. Блин, он враг, у него все дороже. Зря купил. Не спеши, подожди. Ты же ничего себе. Да ты же... Да ты на несколько месяцев пропал. Даже доктор этот думал, что ты умер. Что? Ты о чем? Ни хрена себе. Man, are you all right? I can't believe they caught you, or that you're alive. You were gone for months, man. We believe the fanatics up north had found a fate worse than the death truck for you. But what are you doing here, and what about the others? You're one of Strelok's men. The doctor. The mercs have something to do with Strelok now. Those guys, they said I was... Oh boy, you don't remember anything, do you? Ghost? Fang? Guide? Me even? Are you telling me that I am Strelok? Yes, that's what you were once called. But this isn't the time for that. Strelok, this is kinda rushed, but we're going to be rescued. I was captured by these mercenaries while I was traveling back home. I just met up with Fang, who is... rummaging through his old things. Actually, let's save the chit-chat for later. What happens, or whatever you have to deal with is beyond me. But if you want to restore your memories, or at least recover parts of your past, come to the marshes not far from here. I will explain everything. Perhaps even one of my many herbs could cure your amnesia. I'm sure your memories are still in there somewhere. And how exactly are we going to get out of this cage? There are many people who are with Strelok. You may not remember my old friend, but we have even helped out the army before.
Нам нужно подождать, пока не придет подмога, и нас не вытащит нас отсюда. Можешь в игрушку на ПДА сыграть? Игр здесь нет. Да? Как это? А ну-ка дай мне, я тебе покажу. Постой. Да у тебя ПДА сломан. Неудивительно, что этой функции у тебя нет. Да ты что, сломан? Неужели? Но если у меня не хватает этой мелочи, я перебьюсь. Вообще-то, у меня многих полезных мелочей. У тебя многих полезных мелочей не хватает. Опа. Что там происходит? Забавно, что это именно сейчас произошло, потому что призрак как раз должен был заполучить один из артефактов кристалл, который используют для починки сломанных ПДА. Мы этим займемся, когда отсюда выберемся. Я буду помнить об этом. До встречи. Офигеть, что, всех перебило, что ли? Кто-то или что-то. Не знаю даже. Жесть. И выяснилось то, что все-таки стрелок это мы. Да. Такие вот дела. Давайте мы все соберем. Doc, I came as soon as I got your distress call. Damn these punks. I swear, next time I'll... Holy shit, Strelok, is that you? But... Don't ask. Okay, I don't think I should ask any more questions now. Doc, you saved my unit back then, so getting flagged from the higher-ups for this is nothing. But fuck me, those bastards are tough. I'll let you out, but then you're on your own. Strelok, you go ahead for now. Draw their attention so this old man can get out of here. Kill those bastards, so it's one less problem for us. Sure, will do. Strelok, be careful out there. I'll send you the coordinates to my house. Don't die on me yet. Good luck. Отлично. Вот так вот. Такая вот интересная у нас была кат-сцена. Подождите. А где все мои вещи, собственно говоря? Почему у меня такой небогатый арсенал в прямом смысле слова? Не понимаю. С тобой особенно не поторгуешь. Стрелок, все пошло вверх дном. Но послушай, яйцеголовые на янтаре интересовались, что с тобой случилось. Но волноваться нечем, я им отправлю сообщение, что все в шоколаде. Делай, что должен, поосторожней там и возвращайся к ним, как закончишь. Да, я так и сделаю. С тобой тоже ничего интересного, до встречи. Так, нам сейчас нужно, наверное, собрать весь свой хабар, который нас отобрали нечистым путем совершенно. И когда мы уже наверх-то выйдем? Все, вышли, да? Красота-то какая, слушайте. Хотя тут военные, на самом деле, что не намного лучше. Поэтому давайте мы сохранимся. Вот так вот. И сейчас... Сейчас мы будем оббирать всех по полной программе. Так, винтовка одновременно и та, и не та, которая нам нужна. Поэтому мы будем более осторожными. Сейчас главное все трупы обыскать, как положено. А дальше уже все, вопрос решен будет. Тут просто бойня самая натуральная прошла. Отлично, тут богачи прям, слушайте, наемники-то. Все-таки ребятки такие. На деньжатах сидят 100 рублей. Ну, неудивительно, у него экзоскелет еще есть. И беретта. Беретта. 9 на 19 подходит патроны к ней. Мощная штука, мощная. Но ненужная на данном этапе. Вот вначале она была бы очень хороша. Конечно. Сталкер, не думай, что мы это делаем по своей воле. Уходи отсюда, пока не похоронили тебя здесь вместе с наемниками. Спасибо за совет. То есть это не жест доброй воли был. А, кстати, а с деньгами у нас что?
Да, у нас все деньги отобрали просто наглухо. Окей. Тут у нас тоже, что ли, трупаки? Не понял юмора. По идее, да. Вот он валяется, драгоценный мой. Как будто с монолита сбежал. Окей. Прошу прощения, а нам как теперь вообще? А, вот, find your equip. То есть надо свою экипировку найти. И я думаю, что наша экипировка будет где-то на втором этаже. Возможно. Нет? Не на втором? Ну, давайте попробуем еще выше зайти. Только прежде. Берем труп. Еще и артефакт. Отлично. Так. А, то есть экипировка у нас не здесь, она у нас даже в подвале. Так, секундочку. Я снова тут. Тебя мы уже... А, нет, тебя мы еще не обыскивали. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Да, точно, экипировка у нас хранится где-то в подвале. Попробуем сейчас найти ее, чтобы все было ок. О-о-о. Да тут у нас целый склад, друзья. Сейчас мы тогда и разберемся, что делать и когда. Самое главное. Обалдеть, сколько всего тут. Но только все ненужное. Хорошо прилег. Вот энергетик, да, обязательно возьмем. Нет, подожди, пистолет я не заказывал. Он мне сейчас как раз-таки не нужен совсем. А вот все остальное, в принципе, пригодилось бы. Только тут ничего не активно, не возьмешь. Ладно. Да, нам нужно тайник обыскивать. Это, наверное, у нас местный завхоз, да? Виталик Дырчик. Интересная личность, наверное. И фамилия говорящая. Прошу прощения, тут все ерзаю. На стуле. Так. О, шикарно. И еще пакет для ученых. Просто замечательно. 5000 рублей. Воу. Все. Отлично. Мы все собрали, что нужно. Далее, что мы уберем? Что мы уберем с вами? Обратно в рюкзак. Мы с вами уберем, не знаю даже что. Не знаю, что нам нужно брать. Ну, давайте вот эту штуку одну уберем. Вот. Там какая-то бойня идет. Не знаю, зачем, про что. Вот. Нет, все-таки лучше энергетики оставить. А, допустим, отдать... А что там отдавать? Отдавать, не знаю, там перестрелка идет активная. Хлебушка сожрем. Прекрасно. Радиация, здоровье. Вот, отлично. Выносливость. Ожог. Разрыв не то, что нам нужно. Пулестойкость тоже не то, что нам нужно. Вот это. Вот, замечательно. У нас самые лучшие артефакты установлены. Пулестойкость плюс 3. А у нас вообще пулестойкость. А у нас и так пулестойкость есть. Все, в принципе, все. Больше нам ничего не надо. Так, и давайте мы тогда сейчас на этом моменте серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.